Здравствуйте, с вами СССР Gun.ru. У нас на обзоре пневматический пистолет Borner Steel T-125. В комплекте нас ждет руководство по эксплуатации и сам пистолет. Это недорогая, но очень качественная пневматика. Внешне модель повторяет легендарный американский пистолет Colt 1911. Детали пистолета выполнены из очень прочного и качественного пластика, окрашенного в черный цвет, что делает пистолет весьма практичным в использовании. За счет использования пластика пистолет весит всего лишь 400 грамм. Накладки на рукоять имеют особую рифленую фактуру. Стреляет пистолет стальными шариками калибром 4,5 мм. По заявлениям производителя, максимальная скорость выстрела достигает 120 метров в секунду. У пистолета имеется полноразмерный магазин. В него вмещается 20 шариков. Туда же устанавливается баллончик с газом CO2 на 12 грамм. Одного баллона хватает примерно на 80 выстрелов с максимальной мощностью. Имеется мушка и целик. Данная модель порадует вас прекрасным соотношением цены и качества. Она великолепно собрана и обладает хорошими характеристиками. Приобрести этот пистолет вы можете на нашем сайте sssrgun.ru. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры. На этом все. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!